Человек собаки друг. Человек собаки друг. Это знают все вокруг. Это знают все вокруг. Понятно всем, как дважды два. Нет добрее существа. Светлана Анатольевна, привет. Вот она твоя собачка. Нам сегодня утвердили имя. Кличка у нас будет Герда. Достаточно активная. Проглистогоник проглистогонили. Сейчас ждем вакцинацию. Но очень бы хотела, Светлана Анатольевна, чтобы ты нам прислала ссылочку на метод Кохера, где ты эту книжку раскопала. Потому что я перебороздил все просторы интернета, и не пошаговые инструкции. Очень много всяких ссылок, форумов, где уже говорят о поставленных собаках. Очень много всяких разных нареканий, кстати, есть по поводу метода Кохера. Потому что вот он там говорит, не говорит, точнее, в своей книге о том, что первоначально нужно занятия проводить на асфальте где-то в центре города. Я так понимаю, что с множеством запахов. Ну, может, подразумевается. Поэтому из первоисточника хотелось бы все это знать. И ты говоришь, что у тебя эта книжечка есть. Ты бы нам прислала бы какую-нибудь ссылочку, в каком именно месте ты заказала эту книгу. Мы бы были очень благодарны. А так ребенок, смотри, растет, развивается. Ухи у нас уже стоят. Стоят. Мы сейчас вот спрячем. Будешь искать? Или не будешь искать? Нашла! Молодец! Молодец! Хорошо! То есть, пытаемся найти уже. Хорошо! Молодец! Хорошо! 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 Эй! 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 Вот какой ты! Вредная тетка что? Вредная? Вредная? Хорошо, молодец. Хорошо. Хорошо. Хорошо, молодец. Молодец, хорошо. Так что привет Абакану, привет, братья и сестры, привет, папа с мамой, привет, мама с дедом. Человек собаки друг. Человек собаки друг.